Нифига он наливает. Смотри, рюмки какие дры. Ельцин. Чуть-чуть ее, мне надо чуть открыть, чтобы это. А че ты? Уже выглядит очень вкусно. Да. Это вот съедобное, ребят. Это мясо. Это мы убираем. Так, ребятушки, ну что, поедем дегустировать сюрстреминг. Ну, плюс еще, конечно, шашлычки поделаем. Сейчас за мной приехал Александр. Сейчас мы его встретим. Ребят, шашлыка я намариновал нереально сколько. Обожремся. Так что не переключайтесь. Сейчас все будет. Ух, нифига я оделся, как будто не знаю куда, в поход куда-то. Так что давайте, не переключаемся. Поехали. Короче, ребят, знакомьтесь, это Спайк. Это, так, сейчас Андрюха вон с вами здоровается. Короче, ребят, мы сейчас, у нас тут процесс, блин, быстро надо сейчас действовать. Короче, вот те спички, вот эта хрень. И просто ее включим, поставим, она пусть разожжет чуть-чуть. Сейчас все приготовим. Пока не стемнело. 7 часов только будет темно. Ладно, так что сейчас все успеем. Картошка делается. Сейчас будет шедевр, ребят. Так что не переключаемся. Спайк. Трусит, трусит. Да, дрынь, вот так ее, знаешь, как я делал бы? Я вот так как-то делал. Вот эти палки убирай вообще нахрен. Но не... Да она на ветер просто. Эй, ты что творишь? Да ты. Короче, ребят, процесс начинается, просто ждем картошечку. Этот уже решил налить, ну, чтобы храбрость набрать себе. Чтобы храбрость себе набрать. Смотрите, ребят, вот опять эта жесть. Короче, сейчас ее Андрей будет открывать. Ну или Александра, я не знаю. Ну, а один же должен это, muss mit Messer aufmachen. Ja, nicht mit Messer. Egal. Das spritzt, man. Ой, das spritzt nicht. Warte, ich mach doch grad. Нет, не сейчас не открываем. Сейчас будем открывать, сейчас приготовим все. Или ты хочешь перед этим? Hier, reicht dir das? Нифига он наливает. Reicht das dir? Смотри, рюмки какие дры. Ельцин. Aber pass auf die Dings auf Kamera. Ist das auf Kamera? Ich. Короче, на самом деле, просто сейчас они для храбрости хотят жахнуть уже. Ну, по-русски налил, можно так сказать. По-русски налил. Ну что, давайте. Ребята собрали, это как анекдот, собрались. Собрался итальянец, немец и русский. У меня не русский. Я не русский? Я уже насчет этого тебе говорил. Окей, давайте. А что, вы не запиваете ничего? Вы чё, жестокие? Ну давайте, ребят. Короче. Вкусно? Лека? Хорошо. Вы, кстати, вас на камеру видели. Не, я просто решил поухаживать за вами, пока пацанов нет. Последний, ман, зо долю штинка. Короче, ребят, будем начинать сейчас, потому что погода нас офигеть как подводит. Ну мы все приготовили, ребят, смотрите. Все приготовили. Самое главное сейчас опять, чтобы, ну, храбрости хапнуть. Налили себе. Сейчас пацаны будут открывать. Всего хорошего. Пожелайте, пожелайте нам всего. Удачи нам. Ну что, поехали? Сейчас будем. Окей. Короче, давай, сперва надо ее открыть. Лицо офмахнуть? А лучше куртку снял бы я на твоем месте. И там бы открывал бы ее. Ах, мах то офмахнуть. Ребята, ролик сейчас будет продолжаться дальше. Я хотел бы вам порекомендовать один канал от моей знакомой, Катя. Ее звать, а канал ее называется Катя Лайф. Она живет в России, в Сибири и выкладывает всякие ролики про свою жизнь. Ну, чуток показывает своей жизни. Ну, интересно.
интересная девушка. И она еще, кстати, проводит стримы. Ну, короче, выходит в прямую трансляцию. Кто не знает, что такое стрим. Ну, короче, интересно. Интересно делает. Ребят, переходите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте от меня привет обязательно. И, ребят, кому не понравится, не остаетесь. Кому понравилось, остаетесь. Но я думаю, вам понравится. Так что давайте, мы будем смотреть дальше ролик. До свидания. Дима, не, ну не так, нормально открывай, ничего не будет. Как нормально? Что значит нормально с ножом открывать? Чуть-чуть ее, тебе надо ее чуть открыть, чтобы это... Да вот так дырку сделай. А чё ты? Hast du eine Jacke abbekommen? Ey, das esse ich nicht, Alter. Ey, mach doch jetzt, открывайте, короче, давай. Ich riech das doch. Да открывай, не дыши, Дрюня, и всё. Я ж тебе тоже открывал. Да бей туда просто, она уже открыта, Дрюня. Nein. Да все, да блин, на все она. Да дрынь, все, она уже все, воздух вышел, можешь открывать нормально. Видишь, собака нюхает. Мария аж облизывается. Да вы противный, блин. Да не, открывай полностью, да. Я гейду хранду писал. Смотрите, ребят, спрятался, да? Я говорил ему, чтобы вместе открывали. Richtig, ne? Junge, das stinkt nach gar nichts. Ja, nach Thunfisch. Vorsicht mit dem Messer. Ну понюхай, das ist richtig. Das ist richtig. Да оно не пахнет жить. Ну, воняет он. Открывай ее до конца. И рыбку надо оттуда вытащить. А рыбку он будет вытаскивать. Давай, давай, открывай, открывай, Дрюня. Фу. Вот сейчас она опять проходит. Че, пахнет? Да открывай, Дрюня, это все чепуха. Это... Дрюня, так ты открывай дальше. Да. Давай, короче, давай ее до конца. Ребят, они мне не верили. Ну вот, сейчас доказательство. Ты открой ее до конца хотя бы, Дрюнь. Давай. До конца открывай. Помоги. Я еще тут дома. О! Сейчас мы ее приготовим. Мари, но выглядит она же нормально. Смотри, как выглядит классно. Все, хватит. Давай выливать все надо, Дрюнь. Я... Дох, их ведите. Ее надо прополоскать. Берем ее, пойдем туда, прополоскаем одну. Дрюнь. Пойдем. Дай мне эту ташу ты сейчас. Я, эй, мама, das Messer sauber. Nein, das brauche ich gleich. Ja, warte. Das brauche ich gleich. Короче, ребят. Guck mal, Spike leckt das schön. Я сейчас буду ее промою чуть-чуть под водой. Сейчас мы ее... Фу. Окей.
Сейчас еще упадет, у меня она соскользнет сейчас. Блин, я думал, в этот раз я настроился по-другому к этому. Окей, давайте делаем тебе, знаете что? Я ее выливаю. Не могу, ребят, не могу я. Давай, я сейчас сделаю, что надо. Давай, выливай эту воду ту, да, которая там, без разницы куда, выливай ее. Выливай, да, вот так, чтобы рыба не... Да, вот так, выливай ее. Блин, да штынь, я снизу ломаю. Не, ребят, я не шучу, честное слово, воняет. Ну, что я могу сказать? Подходи как хочешь к этой хрени, но она... Окей. Давай, Друнь, сюда. Nein. Das machen die draußen auf. Да-да, он говорит, как они могут эти шведы это есть? Да ладно, привыкайте уже. Все, давайте делать так, как будто это не воняет, дрынь. Че, дрынь? Не катит никак? Не, ну сейчас еще ее надо похавать. Jetzt müssen wir die noch essen. Эй, Вивенда, мы это будем есть. Сейчас. Самое главное, вот. Что это такое? Ты сейчас пальцы сожрет. Все, запах пропадает. Запах пропадает. Даже собака рыгает, ребят. Спайк. Смотрите, обмывайте рыбу хорошо, частенно. Вот смотрите, вы ее хорошо помыли. И все, и запах. Понюхай вот сейчас рыбу. Понюхай рыбу, она не воняет. Не воняет. Ну не так, как знаешь, как это. Да was riecht das? Diesen scheiß Geruch, oder? Ich dachte, ich werde die Scheiße nicht fressen, Alter. Что с этим итальянцем? Короче, ребят. А что, она жареная, что ли, думаете? Ну, как селедка. Это же селедка. Ну не воняет больше. Спайк. Окей, пойдем филетировать. А эту мы оставляем, пойдем. Вот эту мы только будем есть? Да. А ты думал, ты всю рыбу будешь? Спасибо, я думал, нам всю дозу надо. Вот так мы филетируем, ребят, смотрите. Да, чуть-чуть запашок сейчас появился, но... Короче, сейчас сделаем, как они это делают. Вот. Вот это, во-первых, убирается. Что внутри было, все убралось. Мы снимаем только мясо, ребят. Вот. Вот это вот мясо. Вот. Все, что от нее остается. Вот это вот съедобное, ребят. Это мясо. Это мы убираем, конечно. Теперь нам что нужно? Нам нужен лаваш. Вот. Вот так, смотрите, ребят. Кстати, вот, насаживаем шашлычок уже. Вчера я его мариновал, можете посмотреть на канале. Давай лаваш чуть-чуть подогреем. Они, по-моему, этого не делали, но мы это сделаем. Вот так, подожди, чуть-чуть. Чуть-чуть его подогреем. Кстати, вот этот флаг. Я же его специально купил. Но водка, ребята, наша, русская. Да, есть, запашок передается. Ну, ребят, сейчас будем мы по-другому это все пробовать. Короче, крем-фреш.
Короче, ребят, вот так намазали. Потом спайк. Спайк. Волосы какие-то. Майсу, айцихинаты, да? Картошку не забывайте. Спайк. У меня новый оператор, кстати, ее зовут Штефи. Это подруга Александру, я ее так подцепил просто сейчас за оператора. А то этот дебил не может ни хрена. Наливай, наливай. Да. У нас такое русско-шведское будет. Короче, насыпаем пару помидорчиков и лучка насыпаем везде, по чуть-чуть. Уже выглядит очень вкусно. Так. Ну а теперь что? Теперь мы берем чуть-чуть вот этой херни, везде ее разлаживаем. Nein, мы его сейчас разложим так, чтобы каждый чуть-чуть получил. Nein, ich stehe dort die ganze Zeit hier. Вот смотрите, видите, он тоже говорит, я стою уже весь все время тут и все нормально. Но сюда, ребят, запах есть, ничего, ну, нельзя это обмануть себя, конечно. Запах есть, но терпимый на самом деле. Я сейчас его, короче, разлаживаю везде, чтобы каждому попался по кусочку. Stinkefisch, Alter. Ребят, ну все, gib mal die Kamera rüber. Was kostet so eine Dose? Стоит, он спрашивает, сколько она стоит. Она стоит где-то 16 евро, 17 евро, не знаю. На, держи. Junge, поезд малай. Nein, komm mal her, Dansko, drin, nicht sogar. Я не могу, у меня здесь шашлык, кажется. Не-не, надо сейчас пробовать. Дегустация на камеру, просто 5 секунд. Да. Подожди, я тебе покажу, где откусить. Ну, откусывай. Где-нибудь. Ешь, пока его не дает. Нет, ну ешь. Ну держи как дёнер. Ты чё, дёнер не ел ни разу? Дёнер нет. Так, это чё, дурак, что ли? Да куси просто и всё, дрынь, ничего не будет. Давай все втроём, чтобы... Давай, глянь, alle drei zusammen. Прикольно заест, но мне все чушь. Эй, фиг ты, Мат! Ау, ап, Джоуэ! Я б so ein ganzes Ding im Mund gehabt, Penner. Ребят, мне кажется... Мне кажется просто, что это люди обманывают, что это можно есть. Как они сыграли это на камеру, я не знаю. Я уже все сделал, что они хотят, ну, что они делают, да? Ну что, еще раз? Ребят, ребят, не смог. Ну то есть я постарался. Но я вам одно скажу. Я думал, это в натуре можно все съесть. Вот с этими всеми ингредиентами, что мы там намешали, выглядело вкусно. Но на самом деле это была полная жопа. Пойдем, пойдем, я покажу вам, как надо это дезинфицировать. Это все дело, по идее, вот эта штука, она и пьется с водкой. Короче, ребят, дезинфикация вот так идет. Не, на самом деле они едят его и пьют с водкой. Там у них абсолют или что? Ну без разницы. Абсолют, это спирт. Ладно, ребят, как обещал, так и сделал. Ну, в принципе, мы все постарались, вот с ними. Смотрите, пацаны надкусили, но никто не смог съесть. Не знаю, все, давайте. За вас.